Вопрос такой, Владимир, а вот те, с кем вы общаетесь, среди них есть те, с кем вам интересно общаться, и те, которые привносят в вашу жизнь что-то новое, откуда вы почерпываете информацию? Друзья, от ума мы достаточно часто разделяем людей на полезных и неполезных, то есть тех, которые вроде как нам полезны, а те, которые вроде как нам не полезны. На самом деле полезны абсолютно все. Все контакты являются полезными, потому что бесполезных контактов просто не бывает. У Кастанеды есть интересное произведение. В одной из книг он говорит о мелких тиранах. Больших тиранов-то мы здесь и не встретим. Большие тираны в других местах имеют место быть. А вот мелкие тираны – да. И мелкие тираны тоже являются нашими учителями. В определенном смысле, еще раз скажу, то, что абсолютно все контакты, которые мы расцениваем как позитивные, и те контакты, которые мы расцениваем как негативные, являются очевидным образом полезными. Другой вопрос, что на определенном этапе нашей жизнедеятельности мы начинаем рационально расходовать самый ценный ресурс, это основной ресурс, который есть у каждого человека, это время. Поэтому, если на нашем жизненном пути встречаются определенные люди, с кем нам некомфортно общаться, но опыт уже из этого извлечен, то есть понимание извлечено из определенных контактов, которые мы называем неблагоприятными. Ведь если нас что-то внутреннее цепляет, и мы реагируем негативно на какого-то человека, сволочь, гад, редиска, там, паразит и так далее. Да, до того момента, пока вас это раздражает, это необходимо для вас. И такие будут встречаться постоянно. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Как только вы найдете внутреннее понимание, перестанете обращать внимание на какие-то упреки и оценочные мнения со стороны других людей в ваш адрес, и это перестанет вызывать у вас негативные эмоции, с этого момента вы можете очевидно и правильно распределять свое время, поэтому те запросы, которые к вам приходят, содержат явный негативизм, но уже не вызывают у вас отрицательных эмоций, вы их просто отсеиваете в лепрозорий. Да и все. Негативных эмоций нет. Через определенного индивидуума вас хотели подоить. А подоить это как? Ну вот подошел к вам человек, сказал, ты скверный и нехороший, или ты толстожопая жаба. У вас это вызывает, к примеру, очень негативные эмоции, вы беспокоитесь и нервничаете по этому поводу. Для вас это необходимо. Но настанет такой момент, когда вы на это не будете обращать вообще никакого внимания, потому что оценочное суждение стороннего человека перестанет для вас иметь вообще какое бы то ни было значение. И с этого момента, во-первых, таких запросов в ваш адрес будет происходить гораздо меньше, а во-вторых, если даже такие запросы происходят, вы на них смотрите, ну и с состраданием, да, на этого человека, потому что он рассказывает о своем внутреннем мире. Он рассказывает, чем он недоволен, и в первую очередь недоволен по отношению к себе. И относитесь к этому совершенно спокойно. И подобные запросы просто убираете из своей жизни, дабы потратить время на более полезные вещи. Вот таким вот образом это происходит. Поэтому ответ на ваш вопрос очень простой. Все контакты полезны. Другой вопрос, что мы можем уже очевидно сепарировать те контакты, которые могут нам принести еще большую пользу, особенно если осуждающие сообщения вскрывают какие-то новые пласты вашей психологии, это полезно. Маленький коротенький эфир случился, обнимаю. Дорогие друзья, до новых встреч, пишите ваши комментарии. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий, здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация
в описании к этому видео. Благодарю за внимание.